Всем привет на Just On Us Channel, и сегодня у меня очень необычная видяшка. Если помните, неоднократно в своих видяшках я повторялась о том, что мы с Викой коллекционируем киндеры. Но мы коллекционируем не только киндеры, но и определенную коллекционную продукцию. Вот. У нас сейчас этой продукции не так много, вот. Но то, что есть, мы хотим показать. И давайте начнем, наверное, с вот этого бегемотика. Это бегемотик керамический, он очень большой. Это бегемотик-копилочка. Вот видите? И в сравнении с игрушечкой, то есть игрушечка, она вот такая вот, по сравнению с этим бегемотиком. Он очень симпатичный, смотрите. Очки, тут даже вот... Веревочка, которая на шее прорисована, очень красиво. Такой классный он. Ну и очень увесистый. Дальше вам хочу показать. У нас вот есть пазл Розвах. Вот, пазл развлечения. Это акционная промо-продукция. Вот, единственное, что белка по нему побегала, порвала. Вот, это для коллекции, по-моему, как там называется, или день рождения киндер. Вот честно скажу, я забыла. Вот, но у нас эта коллекция есть, пазл мы не собирали. Вот, я думаю, что мы обязательно еще один себе такой, ну, уже купим. Вот, и соберем, и вам, возможно, его покажем. Потому что коллекция у нас такая есть, и хотелось бы его показать. Вот. А это киндерина-брелочек. Он привезен с Китая. Такой вот мягенький, хорошенький. Вот, нарисованные глазки. И также с Китая мне привезли вот такой вот 3D Puzzle Joy. Тоже его не открывала специально, чтобы сохранилась как бы коллекционная обертка. Он киндерино. А вот, поехали дальше. Сейчас проходит акция 50 лет киндер. Вот, и в рамках этой акции вот у нас такие пазлы, вот на 60 элементов, там вот такой вот рисуночек, вот, так, также у нас есть вот такие вот часики, если честно, я не могу сказать, что часики хорошего качества, ну, как для детей, то мне кажется, вполне нормально, вот такая вот а-ля термокружка, потому что, ну, она не особо термо. Ну, очень мило. Вон, 50 лет. Также подушка вот такая у нас есть. Очень классная. Кстати, вот подушки здесь просто бомбезная, очень приятная на ощупь. Вот. Там еще была разрисовка, но разрисовку не заказывали мы. Вот. Также в одной из последних акций нам пришла вот такая вот водонепроницаемая колонка. Я не знаю, или она заряжена. Да, она заряжена. Они очень громкие, очень классные. У нас таких две. Вот одна мы не будем пользоваться, а вторая, она ну, как бы в коллекцию. Вот тут можно переключать песни, поставить на паузу и поднимать трубку, что очень классно, когда ты в душе. Вот. Также это я покупала. Вот, новогодние пазлы. Это, по-моему, была какая-то типа акция то ли в Эпицентре. Ну, короче, где-то. Вот, ну, очень довольна. В одной из акций это были обертки, если я не ошибаюсь, от киндерина. Ой, не киндерина, простите. Киндер-шоколад. Вот, обменяли на вот такой вот пенал. Вот у Вики уже в школе есть два пенала, поэтому этот остается чисто вот в коллекцию. Но, если честно, вот тут он такой вот, видите, ткань закрыта, что оно не запачкается, можно протереть. И в этой же акции вот такие вот наборы для творчества, то есть альбом, краски, карандаши и альбом с фломастерами.
Вот. Альбомы тут прикольные, краски с карандашами, в общем-то, тоже, а фломастеры, если честно, так себе. Вот. Так, поехали дальше. В этой же акции с кодами от Kinder Шоколад еще вот такой вот набор для творчести, для творчества. Это делает две керамические рамочки. Вот. А еще у нас с акции «Маша и Медведь» есть вот такой вот милый рюкзачок на два отделения. Вот, хорошенький. Так, и если честно, были еще часы «Маша и Медведь», но что-то я их уже не вижу. Сейчас я открою рюкзак. Не нашла. Странно, если честно, потому что они были. А вот за оберточки еще вот такая вот сумочка у нас. Гадкие. Я в прошлом году, у нас их две, в прошлом году с одной из, это у нас в коллекции, а со второй Вика ходила на танцы. Вот. Также вот с Польши я заказывала на Новый год вот такого киндерина. Вот, там были сладости, вот, ну и он копилочка. Еще один конструктор. Это конструктор киндерина «Город профессий». Вот, видите, какой он. В общем-то, очень классный. Он и садовник, и доктор, рыбак, художник, повар. Вообще, очень классный. Но мы тоже его не собираем, может. Во-первых, они, когда их собираешь, они занимают очень много места. Вот. Это еще одна из причин, почему я этого не делаю. И в акции на выход новой коллекции бегемотиков вот такие вот жилеточки. Они отличаются от жилеточек, которые были в России. Вот такая вот жилеточка. Вот. Ну, если честно, те, которые были в России, как по мне, поинтереснее, чем эти. А еще мы участвовали, это, конечно же, не Kinder, мы участвовали в акции от водички Моршинской, и у нас есть вот такая вот игра. Вот, но мы в нее еще не играли, потому что что? Потому что нам не хватает для игры одной бутылки. Я не могу найти R2D2, и это обидно. Вот. И вот теперь я думаю, что я не могу еще и найти часики. Это тоже очень обидно. Ну, ничего, я думаю, что они где-то лежат. Вот. Вот такая вот небольшая наша коллекция. Кстати, еще должен быть один вот такой киндерина. Если я найду, я обязательно вам покажу. Вот, потому что мы постоянно участвуем во всяких таких акциях, мы их собираем. Вот. Так что я думаю... будет. Вот. Всем хорошего дня. Буду очень благодарна за лайки и за подписку. Там вот с правой стороны внизу красная кнопочка. Жмите. Буду стараться для вас снимать еще более интересные видео. Вот. Всем пока-пока. По скриптум. Вика вспомнила, что есть еще один киндерина, как я и говорила, и вот такой вот киндерина пилот с мешочком. Тут тоже были когда-то конфетки, вот, но я его покупала чисто уже как игрушку, я его очень хотела, он мне очень нравится. Он очень... Мухи, улетайте! В этом году очень много мух. Вот, он мне очень нравится, очень классный, и тут глазки вышитые, в отличие от... Ой, иди сюда, от вот этого. То есть он, видите, этот какой-то такой яйцевидный, а этот более похож на киндер. Вот теперь все. Ставьте лайки. Пока-пока. И вот нашла еще вот такая вот у нас чашечка. Это тоже с коллекции 50 лет киндеру. Вот у нас еще такая же подобная была Маша и Медведь. Но, к сожалению, случайно ее разбили. Поэтому сейчас ищу, чтобы купить новенькую. Вот, она очень тоненькая, так вроде как пластик, но когда роняешь, то оно разбивается.
Вот такая вот. ПС номер два. Пока разбирала наши коллекции, нашла вот еще одного киндерину. Он размерами больше, чем тот, который я вам показывала, брелочек. Такой вот парниша в кепочке.